Жители Одинцовского округа с момента запуска проекта «Мегабак» в 2019 году сдали более 800 кубометров отходов. Благодаря проекту жители Подмосковья имеют возможность сдавать на специальной площадке крупногабаритные отходы. При этом на некоторых из них ведется сбор ртутных ламп, градусников, батареек и аккумуляторов. До конца года пункты приема вторсырья от населения появятся во всех муниципалитетах региона.